1 октября в Ленинградской области начинается осенний призыв. Более 1300 жителей региона должны будут уйти в армию. По мнению губернатора Александра Дрозденко, обеспечение призыва является государственной задачей, которую Ленинградская область выполняет в полном объеме. Весной этого года в армию пошло 1500 ленинградцев, и основная их часть осталась служить в нашем, Западном военном округе. В Лужском районе за несколько дней до начала призыва прошла военно-патриотическая акция, призывающая людей идти в армию, но не на срочную службу, а по контракту. Руководитель одного из лучших военных вузов мира, Михайловской военной артиллерийской академии, обратился к лужанам с приветствием и словами от действующих военных. Наши ребята, лужане, принимали участие в течение этих лет в разных горячих точках, воевали и продолжают выполнять задачи по уничтожению террористов и сегодня в различных странах, где это делается. В том числе вот именно наши ребята, лужане, и сегодня я имел честь беседовать с некоторыми по телефону, которые сегодня выполняют реальную боевую задачу. Они просили мне то же самое передать привет, пожелать молодым людям вступить в ряды вооруженных сил и достойной честью, достоинством продолжать свою службу. После были вручены награды отличившимся военнослужащим и представлена показательная программа. На площади Мира весь день проходила выставка боевой техники артиллеристов и ракетчиков. Военные разъясняли желающим назначение и характеристики машин и экипировки.